Ее стиматься Валерьевич, Васпить, кандидат. Сентемса тульбе ворби лучше, кроме сего дешевле, дьячеям сыфил лаконик. Примария кишинеллу аленивое де респонсабилитаты. Да, кишинеллуени аленивое де бунастали. Дьячея, но и пропунем респонсабилитаты, чтобы бунастали раду бушилы. Дорогие друзья, кишиневцы, хотелось бы быть кратким, но при этом хочется сказать очень много. Постараюсь как-то уложиться в регламент нашего мероприятия. Я знаю Раду сравнительно недавно, но был по-хорошему удивлен профессиональными, человеческими и, если хотите, спортивными качествами этого молодого человека. Это действительно новое поколение молдавской политики. И что радует, что это не завтра, это сегодня молдавской политики. И я сегодня могу только сказать, что христианская демократия – это сердце молдавской политики, сердце, которое бьется в Кишиневе, это сердце нашей страны и это здоровое сердце. К сожалению, наша примария стоит на пороге кардиологического коллапса. И мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Я думаю, что Раду Бушилы обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы в руководстве такого важного сегмента общественной, политической, культурной, экономической, социальной жизни страны, как муниципиум Кишинев, возродился здоровый дух сотрудничества, возродилось то присущее кишиневцам чувство оптимизма, которое отличало их в самые трудные и тяжелые времена нашей истории. Я хочу, чтобы кишиневцы сегодня еще раз присмотрелись к той команде, молодой команде, которую христианские демократы предлагают обществу. Это то, что сегодня может быть тем спасительным кругом, которое позволит нам выйти из этого замкнутого, из этого безумного политического шоу, которое толкает нас все ниже и ниже. Ниже уже некуда. Только с помощью таких людей, как Раду, только с помощью таких людей, как молодая команда КДНП, которой мы, скажем так, коренные кишиневцы, не хочу сказать, что старые, потому что я общаюсь с этими молодыми людьми на равных, это меня тоже радует, потому что это будет во мне какой-то задор, кураж, какой-то оптимизм. И мы все вместе можем сделать то, что нужно нам всем. Дьячея, Евскун, респонсабилитати, шибуна стари, Раду Бушила, Ашаса Неожутый Думнезе. Спасибо.